Друзья мои, всем привет, всем ни хао. Я сегодня приехала на такую ярмарку, Чангдявэй, которая проходит в одноименном городке на востоке Пекина. И у меня вот такая тележка, это просто необходимая вещь на такой ярмарке. Кстати, сегодня тут очень-очень много людей. Возможно, это потому, что совсем скоро китайский Новый год или по-другому. Праздник весны, по-китайски Чунцзе. И местные люди, конечно, сюда приходят для того, чтобы закупиться к празднику. Конечно, как и я. История Чангдявэй насчитывает несколько столетий. Тут всегда оживленно и многолюдно. Горячие булочки и соевое молоко, свежие овощи и фрукты. Продавцы громко разговаривают и смеются, а покупатели всерьез торгуются. Ярмарку проводят не только на праздник, но и в 3, 8, 13, 18, 23 и 28 дни каждого месяца лунного календаря. Посещать ярмарки на голодный желудок нельзя, поэтому решили позавтракать. Я попробовала жареную лепешку с мясом и острым перцем. Это популярная закуска провинции Хэбэй, расположенной рядом с Пекином. Но одной лепешкой сыт не будешь, ведь на ярмарке так много вкусного, что я любила в детстве. И вот я купила себе самое типичное и популярное блюдо – печенье из одной толстой полоски теста, пожаренной в масле. Типичный завтрак пекинцев. Я в своем детстве тоже так кушала. Почти каждый день утром. Ушки с мясной начинкой в супе. Самый приятный вкус – это вкус детства. Позавтракала, и теперь самое время отправиться за покупками. Одежда, обувь, фрукты, овощи, мясо, местные закуски, новогодние украшения и так далее. По-моему, цены на все очень демократичные. Лоба, есть фузер ма? Фузер, я тяга фузер. Совсем скоро будет китайский Новый год, праздник весны, поэтому на этой ярмарке можно купить вот такие новогодние украшения. Например, вот здесь есть новогодние портные надписи и иероглиф фу, которые мы обычно приклеиваем к окнам или к дверям, или к воротам, конечно. И в каждом доме все мы, китайцы, покупают эти украшения перед праздником весны. И я сегодня куплю вот такие маленькие украшения. Они очень симпатичные. 元宵啊，这元宵吗？ 老板，那元宵自己家做的吗？对，现加工的。多少年了你？15、16年了。16年。嗯。哪个口味是最畅销的呀？这个黑芝麻的，番茄巧克力的。这俩是吧？对。哦，那这个一天能卖多少套？大概？100多斤。100多斤？啊，这么多啊？就这一上午。一上午，对。妈呀！一上午100多。看来大家对元宵还是挺喜欢的哈。对，它是老北京的传统口味的东西嘛，都接受。那我来半斤五仁的，半斤山楂的。这五仁的里边。 有黑芝麻、白芝麻、花生仁、瓜子仁、核桃仁。好嘞。然后这种是山楂的，这个是纯红果，去皮去核，蒸熟了然后做的馅儿，都特别好。吃完开胃哈。对，吃完开胃消食。Обычно мы китайцы едим вот праздник 15 число 1 месяца по лунному календарю. Самая的这个? 5元一包。 一大包都5块啊? 那我来一包卷的吧。 卷的。来。 Я это лакомство купила своим племянникам. Они тоже это очень любят. А прямо здесь они делают. 爆米花。 Эта ярмарка еще славится свежевыжатым соком из такого сахарного тростника. Доли? Маля. 25, ха, лобан? 25. Вот кожухо переводится как хрустящие рулетики. На самом деле, вот эта закуска родом отсюда, из района Тунчжоу, где находится эта ярмарка Чангдявэй. Название Кожи
это слово, которое имитирует звук приживания этой закуски. Насколько я помню, на праздник весны в моей семье часто, ну, всегда ели вот такие хрустящие лулетики. Иногда мы их сами готовили. Конечно, чем раньше вы приедете сюда, тем лучше, потому что с утра порча выборов. И если вы не торопитесь домой, то лучше дождаться закрытия, потому что в это время продавцы еще снижают цены, и можно купить кучу всего по цене еще приятнее. Хотя вот цены тут и так низкие, но разве можно пропустить финальную распродажу? Такая ярмарка, возможно, подойдет не каждому, но точно удивит каждого. Ведь она проходит совсем недалеко от центра мегаполиса огромного. И при этом позволяет ощутить особую новогоднюю атмосферу, которая сохранилась через века. И, конечно, получить эмоции, которые только принадлежат этому месту.